каждый водитель старается максимально ответственно подойти к покупке автомобиля. Как правильно выбрать автомобиль с пробегом и как не сделать ошибку и купить хороший китайский автомобиль, наш журналист решила выяснить у специалистов. Рынок автомобилей с пробегом предлагает широкий диапазон моделей и комплектаций. Перед покупкой подержанной машины Игорь Киверин, руководитель компании «Папа Тайм», предлагает сделать следующее. Нужно запросить историю автомобиля. Проверяйте собственника обязательно. При сделке должен присутствовать супруг либо супруга. Две росписи, поскольку если произойдет развод, то в течение года-двух, возможно, автомобиля вы лишитесь. Также проверяйте обязательно на банкротство. Тоже в течение 3 лет все сделки обнуляются. В последнюю очередь необходимо провести диагностику автомобиля в сервисном центре. Необходимо проверить двигатель, коробку передач, все узлы и агрегаты. Если вы не уверены, что у вас это получится сделать, можете обратиться к профессионалам рынка. Допустим, в компании «Папа Тайм Авто» есть услуга «Безопасная сделка». Мы за вас проверим собственника, проверим автомобиль, сделаем диагностику и полностью всю историю вам расскажем. А вы уже будете принимать решение, стоит ли покупать этот автомобиль. Сейчас 80% рынка новых автомобилей в России – китайские марки. В компании «Папа Тайм» автомобили из Китая поставляются напрямую. Время доставки в зависимости от марки и модели от 12 дней. Бытует мнение, что китайские автомобили некачественные. Но сейчас большинство европейских брендов собираются на китайском рынке, на китайских заводах. И, кстати, у нас представлено 2 бренда – «Chevrolet», тот самый как раз наследник «Круза», «Chevrolet Monza» и «Skoda Octavia». «Chevrolet Monza» представлена в 3 комплектациях – база, комфорт и люкс. А «Skoda Octavia» в 2 – «Luxury Edition» и «Exclusive Edition». «Luxury Edition» оснащен обдувами сидений, кожаным перфорированным салоном и подогревами, ЖК-дисплеем. Этот автомобиль шире на 4 сантиметра и длиннее на 6 сантиметров европейской модели. «Exclusive Edition» на перфорированном кожаном салоне, у которого нет обдува сидений и подогрева. И также у него нет LED-дисплея, а так аналогичный автомобиль. Любой автомобиль можно оформить в кредит с технической гарантией, как на заказ, так и в наличии. Кроме того, можно сдать старый автомобиль по программе Trade-in. Качественные и проверенные автомобили можно купить в «Папа Тайм».